Неизвестный напал на трех палестинских студентов в американском штате Вермонт. Пострадавшие получили огнестрельные ранения и были доставлены в университетскую больницу. Двое из жертв являются гражданами США, а один имеет вид на жительство в Америке. По данным департамента полиции, двое из трех студентов были одеты в куфии – традиционные мужские шарфы, популярные в арабских странах. По словам властей, о мотивах преступника пока ничего не известно, но, возможно, речь идет о преступлении на почве ненависти. Полиция сообщила, что личность стрелявшего пока не установлена, его поиски продолжаются.